Ген, возьму твой телефон, у меня что-то батарейка села, ага? Угу. Угу. Так. О, а что это у нас тут какая-то Маша? А это я букву перепутал. Это Миша. А, Миша? Так, Эльвира Сауна. Это чего? А, ну это, наверное, ты Вилли виноват. Это электрик Саня. Угу. Так. Машинная сумка. Машина-сумка. Чё это? Да это Маринка-сучка. Чё? Дорогая, там такая шикарная погода, такой красивый снежок. Ну прям как ты хотела. Я вообще-то хотела айфон. Да блин, умеешь ты настроение испортить. Гена, у тебя же по-русскому пятерка была? Ну да. А подскажи мне, вот тут как пишется, перепонная барабанка или перепонная барабанка? Ну, конечно же, перепонная барабанка, пере. Перепонная, да. Барабанка, да. Барабанка. А что такое барабанка? Ну, ты что, не знаешь, что ли? Это которая в ухе находится, там, внутри ушка нашего. Барабанка. Ну, барабанка, да. Перепонная. Перепонка барабанная, да. У меня же по-русскому пятерка это была, а не по зоологии. Вообще, это биология. Ну, я вообще не ботаником был в школе. Мне кажется, вообще двоечником был. Что там, Гена? Что? Я какого-то чувака поймал мелкого, он там сидел, гадил на балконе. Господи, что с ним делать? Он кусается, сука. Что с ним делать, мама? В мусорку давай, его в мусорку. Давай, тащи, тащи мусорку. Дорогая. Да. А почему ты вышла за меня замуж? Ну ты такой веселый, всегда знаешь, как меня рассмешить. Да, а я думал, потому что я хороший любовник. Ох, юморист ты же у меня. Блин, ты сволочь такая, а? Чего у тебя случилось? Да пылесос не сосет. Правда прям бесит, да? Блин. Ген, что ты все работаешь, доработаешь? Может быть, киношку посмотрим? Давай, а какую? Да я тут интересный фильм нашла, называется «Неадекватные люди». Ой, ты знаешь, я эту киношку каждый день смотрю с 9 до 6 у себя на работе. Спасибо. Вообще-то мог бы и получше сделать. Че как ты делаешь все по-корявому? Не надо мне указывать, что делать, я и так без тебя знаю, что надо, что и как надо делать, понятно? А ну-ка быстро стих! Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе. Я имела в виду замолчать. Да иди ты в бане со своим стихом, блин. Ген. Геночка, ты чего? Да помнишь, мы познакомились, нам было по 18 лет. Да. И твой отец еще нас в машине застукал тогда, помнишь? Угу. Так вот он мне сказал, или ты на ней женишься, или я тебя в тюрьму упеку на 20 лет. Да ты чё? Ну да, он же у тебя мент. Так вот, если бы я на тебя не женился, я бы сегодня из тюрьмы вышел, представляешь?